Добрый день, друзья! Сегодня 4 сентября 2020 год, вот заканчивается рабочий день. И хочу поделиться новыми идеями о возможностях компании Full Life Research. И видео я бы назвал «С точки зрения предпринимательства посмотреть на возможности компании Full Life Research». Вот я снимаю город Уссурийск, улица Вейса, 18, это кафе. Значит, узбекская кухня. И вот смотрите, как сделать бизнес более прибыльным, как сделать более прибыльным любой бизнес. Нужно вкладываться, нужно расширяться, нужно расширять площадя. Вот, допустим, это бизнес, ну, можно сказать, как ресторанный бизнес, да, или кухонный бизнес, да. Вот, ребята, что это вот кафе было, да, есть, и они расширяют площадя, делают летнюю веранду, да, террасу, и делают стоп-лайн, вот отделение. Что они вкладывают, значит, на сваях сделали, потому что затопляемый район, значит, вложились в стройматериалы, бригаду наняли, да, строителей. Значит, проект у них, все по-серьезному, и строят, да. И что, расширяют посадочные места за счет расширения клиентов в единицу времени. Значит, нужно еще, наверное, поваров каких-то дополнительных нанять, да, там, или дополнительную смену организовать. И тогда больше будет клиентов, больше будет приход денег, да. Но опять же, это нужно продукты покупать. Для приготовления это, опять же, повара, работа поваров. Но, видите, люди вложились в строительные материалы, в постройку, в строительную бригаду. Нормально так работает линейный бизнес. Расширяем площадя, вкладываем деньги, значит, посадочные места, прибыль растет, и растет КПД, доход. Значит, вот я, Стороженко Владимир, я горжусь, что я в рабочей форме. Я на самом деле приехал по воду, вон два бачка воды, вожу воду двумя бачками. И только что у меня забрала заказ мой партнер Татьяна Николаевна, врач-онколог, более 50 лет в профессии, врач высшей категории. И вот я сегодня с ней обсудил свои наблюдения. Так как 3 месяца проработал я на покосе травы на управляющих компаниях, на коттеджах, Дальневосточный гектар, ТСЖ, значит, дачные участки. Я по 10 комплектов раздавал вот такого раздаточного материала в день. Ну вот посчитайте, 90 дней по 10, ну около 1000 я раздал. Где-то, конечно, я меньше раздавал, но старался, где-то больше. Значит, что хочу сказать, люди реагируют только со 2, с 3, с 4, с 5, с 6 раза. Да, минус в чем, что я в рабочей одежде. Но плюс в том, что они видят, что я работаю под нагрузками, и я давил на результаты, от полученных результатов от приема продукции с трансфер-фактор молекулами иммунной памяти. Поэтому, с одной стороны, это минус имидж, да, вроде как не бизнесмен. А с другой стороны, плюс, что я зарабатываю деньги физическим трудом. И плюс, что я имел доступ к разным целевым аудиториям. Поэтому, смотрите, какие соображения. Поговорить о бизнесе Full Life Research с точки зрения предпринимательства. Вот у меня свежие идеи, и я ими поделился с Кузнецовой Татьяной Николаевной, врачом-онкологом. Кто наши идеальные партнеры в компанию Full Life Research? Я буду говорить, может быть, цинично, но я буду говорить с точки зрения предпринимательства. Потому что мы помогли очень большому количеству людей по здоровью, но партнерами они не стали. Они остались клиентами со скидкой. И слава Богу. Поэтому это видео, пожалуйста, просьба, если это видео будут смотреть клиенты с тяжелыми диагнозами, не судите строго, не подумайте, что это корысть или цинизм, да? Нет, я сейчас говорю о бизнесе Full Life Research,
Это очень хороший бизнес, это очень бизнес с человеческим лицом. И действительно, эти продукты помогли и нам. У жены была почка, онкология удалена, и мы восстановились этими продуктами. У меня аутоиммунное заболевание, проблема с суставами, и я при этом аутоиммунном заболевании работаю физически и выдерживаю очень большие психологические нагрузки и физические, да, психологические, потому что косаря за человека не считают, так же как дворника не считают за человека, машины не убирают, детей не убирают, а камень летит на 15 метров, поэтому нервничать приходится, доказывать им элементарные нормы безопасности, ругаться, чуть ли не драться. Поэтому работа помимо физической нагрузки еще и нервная. Итак, я оправдался, аргументировал, что буду разговаривать жестко про бизнес, да? Про бизнес по Life Research. Кто наши идеальные партнеры? Чтобы не тянуть кота за хвост, скажу. Идеальный партнер – это платежеспособный клиент, который может себе позволить на БАДы компании for Life Research потратить на свое здоровье, вложить, инвестировать в свое здоровье от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей в месяц. У меня есть клиент, который покупает на 44 тысячи рубля в месяц, да, это с онкологией, да. Она получает возвратную скидку кэшбэк 12,5% с этих 44 тысяч рублей. Самый большой клиент у меня покупал на семью в месяц 100 тысяч рублей. Но это человек подписанный, это человек на контракте, получал точно так же возвратную скидку. Сейчас этот человек из параллельной структуры развивает тоже бизнес по Life Research. Итак, идеальный клиент – это человек, напуганный докторами тяжелейшим диагнозом, или человек, думающий, здравый, который понимает, что в жизни что-то надо менять и что-то со своим здоровьем делать и вкладываться в свое здоровье, инвестировать в свое здоровье. Это умный, здравомыслящий человек, вот наш идеальный клиент, да, который готов вкладывать деньги в свое здоровье, в свою семью от 10 тысяч рублей в месяц и выше. Вот идеальный наш партнер, и у которого есть результаты, и который переполнен благодарностью, как мы, к наставнику, который смог донести нам эту ценность о продуктах с молекулами иммунной памяти. Потому что вот очень трудно, оказывается, донести эту ценность. Ну, я вам сказал, да, что за 3 месяца я раздал около 1000 раздаточного материала и не подписал ни одного еще человека. Нового, да, старые покупают. Но я понял, что с этими людьми надо встречаться 2, 3, 4, 5, 6 раз. Некоторые люди меня оскорбляют, что я придурок. Вот. Я их прощаю, потому что я точно так же реагировал в 2009 году на таких же консультантов, бедных консультантов, да, у которых были грязные ногти, да. Вот. Но они работали физическим трудом точно так же. И получается, что признаюсь, что если человек вот не выглядит респектабельно, да, то мы не считаем его вот за предпринимателя, и что от него может прийти какая-то умная, ценная информация. Увы, вот такое видео, вот такое честное видео, да. Хотя я могу одеться и в костюмы, я выступал и на телевидении, я выступал в Академии наук в Москве на 1200 человек зал, срывал 3 раза аплодисменты. У меня есть эти видео. Я выступал, был спонсором Мисс Уссурийск 2010 года, у меня дочка выиграла 2-е место, я был спонсором. Все было, и полеты в Москву, и самолеты, и телевидение, и залы, и рукоплескания. Но сейчас я давлю на педали. Реально я работаю физически, я зарабатываю 1000 рублей в день, каждый день, и более на покосе травы, но имею доступ к целевым разным аудиториям, хозяевам коттеджей. Вот я это видео закачаю на YouTube-канал свой. Там есть преимущество бизнеса 4Life.
лидер компании Full Life Research, Сраженко Владимир. Да, там я все показываю, это все кругляшки, схемы. Вообще опыт работы у меня за 24 года в сетевом маркетинге с руководителем группы 980 человек, 150 человек в первом уровне, зампредседатель совета лидера компании на Дальнем Востоке, парфюмерно-косметической. Все было, и полеты в Москву, и все. И подарки там, и видеомагнитофоны мне дарили. Все. Я сейчас о предпринимательстве, с точки зрения предпринимательства компании Full Life Research. Итак, кто наш идеальный партнер? Получивший результат. Значит, он потратил на этот результат, наверное, минимум 6 месяцев времени. Потратил от 10 тысяч рублей в месяц до 30 тысяч рублей в месяц в среднем. Он переполнен благодарностью к вышестоящим наставникам, к производителям, к продукту, к компании Full Life Research, которая работает в 80 странах мира официально и 20 лет уже. Он изучил научно-доказательную базу медицинскую, посетил вебинары, посетил саммиты. И несмотря на то, что КПД маленькое, он продолжает верить в перспективу построения бизнеса. Почему? Потому что уже 18 супружеских пар достигли крайней ступеньки маркетинг-плана компании Full Life Research. И это не гонка за лидером, а это реальный бизнес. Что в чате у нас есть и лидерский чат 4 Life, и дальневосточный чат, и чат омоложения 1, и чат омоложения 2, и чат Байкальский форум. И у нас в России получается 7 Gold International Diamond, это те, у которых вознаграждение от 1 250 000 и выше. Мои наставники вышестоящие, двое Gold International Diamond, Леонид Вадимович Кутузов, Надежда Степановна Кутузова, Егоров Алексей Иванович, Gold International Diamond. И второй мой наставник International Diamond, доктор, онколог, кандидат медицинских наук Сергей Константинович Пинаев. Все есть, и наглядный пример, и что есть впереди люди, у которых все это получается, и справа, слева есть параллельные структуры, у которых все получается, и нет конкуренции, и все мы друг друга уважаем, и все искренне пытаемся помочь, поделиться информацией, все есть. Но лыжи почему-то не у всех едут, и у меня лыжи еще не едут, уже 5-й год в компании Full Life Research, а еще не Diamond. А Diamond — это 3000 баллов товарооборот, это 300 тысяч рублей товарооборот, да? Вот, это 6 человек в первой линии. Я успел пригласить в начале 9 человек в первую линию. Группа была 27 человек. Сейчас на сегодняшний момент у меня 5 человек в первой линии и 13 человек всего наша группа. Вот, но это героические ребята. Это ребята получили результат. Они преданы компании, они переполнены благодарностью. Но почему-то бизнес развивается не быстро. А что нужно, чтобы бизнес развивался быстро и чтобы мы были в доходе? Вот я сейчас, мы позанимались покосом травы, работали каждый день. Я похудел за 3 месяца на 10 килограмм, отпустил бороду. Мы покосили 3 управляющие компании, в одной 70 домов, в другой 40, в другой 30, по 5, по 6 раз. Мы покосили по 5, по 6 раз элитные коттеджи. Мы покосили очень много бабушек, дедушек, дач. Были и врачи скорой помощи, был и преподаватель астрологии. И были люди, у которых умирали вторые половинки, или жены, или мужья. Ни хрена, никому что-то не интересны мои были возможности. Брошюры, раздаточный материал. Кому-то я разбил окна на машинах, кому-то я разбил окна дома. Мы заплатили все по-честному, никуда не скрылись. Дал раздаточный материал, брошюры. Ни хрена никто не купил. Я по-всякому уже пробовал. И все равно я верю в резидуальный остаточный доход компании Full Life Research. И верю, что у меня все получится, потому что нас 300 миллионов русскоязычных людей по всему миру. И я найду своих партнеров. Почему? Потому что у меня шея длинная, резьба мелкая. Я услышал Леонида Вадимовича Кутузова только через 6 лет. Только тогда, когда жене отрезали почку с онкологией. Только тогда, когда меня перекосило, я понял, что я уже все, здоровье мое идет на убыль, и я могу помереть, потому что не могу поднять ведро воды, потому что ноги мои не держат мое тело.
Вот надо, чтобы все это совпало, понимаете? Совпало — испугаться за жизнь свою или ближнего, получить результат. Но сначала надо смочь позволить себе от 10 до 30 тысяч в месяц проглотить этих продуктов, захотеть получить результат, заметить этот результат, потому что некоторые съели продукт, как у меня вот муж ее привозил ко мне, она не могла стоять на ногах, и она съела много продукта, потратила много денег, занялась другой сетевой компанией, и потом меня обвинила, что это ей помог не трансферфактор. Я говорю, да тебя ноги не держали, а сейчас ты гоняешь по городам и весям с другой темой, и ты говоришь, что тебе не помог трансферфактор. Да, жесткое видео, нет никакой ни капли обиды, просто хочется провести параллели. Если мы хотим заниматься бизнесом, мы должны считать расходы, доходы, нужно вкладываться. Вот люди хотят получить доход, они строят веранду. Ну, в круглую сумочку, наверное, вложилась эта веранда. И лес, и бригада, и проект, и свая только одна, их здесь 9-27 их здесь, а каждая по 2000, только сваи закрутить. Поэтому я о чем? Говорим о бизнесе Full Life Research. Это нужно вкладываться, это нужно раздаточный материал. Я вот знаю, Ирина Линчук по 10 тысяч только тратит каждый месяц на книжечки, чтобы не вот такие раздаточные материалы раздавать, а книжечки, брошюрки со своей фотографией, да? Есть чему поучиться. Офис надо открыть, может быть, даже, да? YouTube-каналы открыть, аппаратуру купить, записывать. Инстаграм надо контролировать, платить деньги хакерам, чтобы раскручивали это все дело. Это бизнес, да? Или как Крайгородова Елена, да, открыла офис крутой, да, в Красноярске. Вот. Так что я за что? Я за предприимчивый подход к делу. Значит, и раздаточный материал, и нужно понимать, сколько надо партнеров, да, чтобы выйти на те или иные бонусы, да, сколько должно быть партнеров, сколько должно быть даймондов, сколько должно быть президентов, сколько должно быть интернешналов. Есть такая у меня теоретическая вебинар, наверное, в 2016 или в 2017 году я его провел на YouTube-канале «Бизнес-клуб 4 Life», осознав путь, пройти по нему. Там все расчеты есть. Ну, не я первый, не я последний поднимает эту тему, да. Ну, все, сворачиваюсь. Я за предприимчивый подход к делу Full Life Research. Для начала, конечно, нужно организовать большой поток клиентов. Из этого большого потока клиентов нужно выявить людей, которые получили результаты, которые благодарны нашему продукту. Из этих людей нужно помочь им выйти на самоокупание, поработать с их окружением. Об этом говорит и Алексей Иванович Егоров. Надо немного людей, надо 2-3 человека, потому что за руку мы можем, у нас две руки, мы можем взять двух людей и привести их на саммит, допустим, Дальневосточный, 11, 12, 13 сентября. Дальневосточный саммит, бухта Муравьиная, база отдыха «Юность», да? И проконтролировать этих людей, да, и сопроводить этих людей. Вот как-то так, да. И потом из этих людей, если они пойдут до конца, построить под них организацию, потому что маркетинг-план Full Life Research такой выгодный, что нам выгодно развивать второе поколение у нашего первого поколения, да. А нашему первому поколению выгодно развивать их первое поколение. А тому поколению выгодно развивать их второе поколение. И вот это турбо-турбо, это помогать первому поколению развивать второе поколение. Поэтому это бизнес. Вот, допустим, мы проработали 3 месяца, да, косили траву. Вот это дало понимание подходу как к предпринимательству, бизнесу Full Life, да. Мы купили, я купил немецкое оборудование одно, партнер купил 4 китайского оборудования. По цене один немецкий штиль равняется по цене 4 китайским косилкам. Но на запчасти было потрачено, уже у нас есть статистика, больше денег на китайское оборудование, потому что на штиля только покупали катушки, триммер, да, который стоит 1300 рублей, а на китайца стоит 450 рублей. Но на штиля больше ничего не покупали. А на китайцев покупали и редукторы, и стартеры, и свечи, и поршень, и, ну, смазку покупали всем, да.
Поэтому вот если посчитать зарплата водителю, значит, инструменты, оборудование, зарплата, да, то прибыли получается что-то кушали, что-то пили, что-то покупали по мелочи, но большой прибыли не получили, потому что расценки маленькие, нету эксклюзива справа и слева, демпинг цен, и так в любом бизнесе, хоть в такси, хоть в юриспруденции, хоть где. И все работают на понижение цены. А вот в Full Life Research есть эксклюзивный продукт, которого больше нигде нет. И есть фарм-линейка, где он дороже у китайцев в 19 раз, а у чехов и у немцев в 2025 раз. Вот вчера я посмотрел по Первому каналу, не грузится у меня на YouTube-канал препарат, который стоит 8 миллионов, его надо колоть маленьким детишкам, вот День добрых дел, знаете, по четвергам есть на Пятом канале, а на Первом канале это было по-другому, это было как трагедия. Это детишки, показали трех детишек, дай бог им здоровья, дай бог терпения их родителям. Препарат стоит 8 миллионов, колоть его надо каждые 4 месяца. Есть альтернатива, есть препарат, который надо колоть один раз, но он стоит 160 миллионов. А тот препарат стоит 8 миллионов, который надо колоть один раз в 4 месяца. Каждые 4 месяца его надо колоть. Собираем всей страной. День добрых дел, да? Так вот, наш препарат, да, его надо принимать, может быть, и 6 месяцев, и 9 месяцев, может быть, пожизненно. Но есть здесь кэшбэк, есть возможности сетевого маркетинга, можно рекламировать, переполненным быть благодарностью. Но надо вкладываться в рекламу. Так вот, надо, кто наши идеальные клиенты? Люди с авторитетом, люди с предприимчивым складом ума, люди, которые могут убеждать других людей, которые владеют психологией общения, люди позитивные. Вот. А есть люди, с кого можно брать примеры, которые вознаграждение больше 1 миллиона рублей в месяц. Ну вот такой мыслью я хотел с вами поделиться. Может быть жестко, может быть цинично, но я имею право, потому что мы прошли онкологию с женой. Я прохожу аутоиммунное заболевание до сих пор. Вот. И я работаю физически. Я вернулся к тем нагрузкам, которые выдерживал в 30 лет. Вот благодаря продуктам компании Full Life Research. Все, с вами был Стороженко Владимир. Кому интересен наш бизнес, приглашаю в нашу команду Full Life. Это продукты и для спорта, ими пользуются олимпийские чемпионы. Предоставлю. Буду теперь наполнять свой YouTube-канал своими кустарными видео и переброшу самые интересные видео от друзей, партнеров компании Full Life Research. Кому интересен наш бизнес, мои телефоны и кому интересны мои консультации, у меня в команде и онколог, и терапевт, и предприниматели. Многие из них оперировались в Израиле, в Южной Корее по онкологии, поэтому они наши и партнеры, и коллеги. Связи вообще у меня по всей стране, по всей стране до самого Южного Кипра, города Пафос. Я 24 года прозанимался сетевым маркетингом, связи с самого Гербалайфа. Знакомый с Леоном Вайсбейном и с Игорем Кибелем. Вот. И с коучами московскими, и с координаторами компаний различных сетевых. Вопрос только, ну, не приспичило еще, люди не испугались за ближних со своих, и слава богу. Поэтому закончу на позитиве. Мои телефоны +7 924 123 24 44 с WhatsApp. Если я на рыбалке или в тайге, мы собираемся за шишкой пойти. +7 914 974 45 45 и кнопочный телефон надежный. И 924 261 03 92 мегафон. И дай Бог, чтобы в наших, ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, дом полная чаша, перспектива во всех сферах жизни, верные друзья. Вот. И дай Бог бизнеса, который передается по наследству, как бизнес Full Life Research. Все, помогай Бог. Это был Стороженко Владимир, город Уссурийск. Я работаю круглосуточно. Рад быть вам полезным. Помогай Бог. Вот так. Если мы хотим бизнеса, в него надо вкладываться. И развивать.